Музей русской иконы открылся, и здесь снова проводят экскурсии. На обзорном туре можно посмотреть все основные части собрания, а на тематических подробно познакомиться с отдельными разделами, например, иконописью XIV-XVI веков или христианским искусством Эфиопии. Как и всегда, вход в музей и экскурсии бесплатны для всех. Узнать подробнее об экскурсионных программах и записаться на текущий месяц можно на сайте музея. В целях безопасности посетителей и сотрудников музея ограничены экскурсионные группы до 5 человек, и посетители должны следовать правилам: пройти измерение температуры на входе, надеть маску и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.